Меня зовут Хуан. Mi nombre es Juan. Приятно познакомиться. Mucho gusto. Я Мария. Soy María. Я из Венесуэлы. Soy de Venezuela. Вы из Мексики? ¿Es usted de México? Это правда? ¿Verdad? Да. Sí. Я шаурму с курицей и колу. Какой? 0,3, 0,5? 0,3. А нет, лучше 0,5. Пожалуйста. С вас 245. Мамочка, привет! У меня все хорошо. Я уже на следующей неделе пойду в школу. Мы с бабушкой купили мне красивый рюкзак, красный. Бабушка не хотела сначала такого цвета, но я ее уговорила. У меня, кстати, появилась подружка во дворе, Полина. Она мне рассказывала, как летала с родителями на море в Турции. А я ей говорю, ну и что, я тоже скоро полечу, и намного дальше. Правда? Саша, ты собираешься завтракать? Да, иду. Что там, последние 10 лет именно Россия отправляла монахов.
Вот было бы неплохо, если бы это было вот на таком союзе. Как у тебя дела? Но сейчас нормально. Мы новый корабль по вот этим новым принципам, коносолидный, уже испытали его. Как учеба? В этом смысле они, не могу сказать, что прям начали опережать Россию, но сделали существенный шаг к этому. И, ну, нам бы, конечно, пошевелиться. Кстати, ты так и не сходила вчера в магазин. Сегодня зайду. Я не то, что я надеюсь на это. Вчера ты то же самое говорила. Космическая отрасль всегда... Я занята была. Неужели нельзя все сделать вовремя? Ну и нашего народа. Должна быть романтика, космоса. Мы должны хотеть. Вот, но все-таки давайте не забывать. Бюджет Российской Федерации меньше бюджета Техаса. Китай первый. Кстати, я тут поговорила со своей знакомой. Помнишь, из департамента. Так вот, она согласна взять тебя на стажировку. Это очень хороший шанс. Я сказала, что ты будешь у нее в понедельник в 9 утра. Я не приду. Как не придешь? У меня есть работа. Ну, во-первых, мы можем делать людей. Вот. Это у нас никто не отнимет. Да. Я вижу, какая у тебя работа. Наши самые крутые, но все-таки. Наверное, эти твои постоянные тренировки и ночная забегаловка. Не получится, потому что, ну, это твоя работа, да? Вот, честно, в политике совершенно не силен, но по большому счету... Кому ты потом будешь нужна такая? Все равно навязывают. А, так или иначе, есть... СМИ, которые постоянно говорят, вот не приду. Полетели, те полетели. Не приходи. Делали, только потом не обращайся. Можно мне хоть раз спокойно доесть? Надо, не надо, но отвечать на это приходится. И с этим ничего не поделаешь. Несмотря на то, что да, все придумал, что в России... Следи за своим тоном, пожалуйста. ...несравнимы ни с НАСА, ни с китайской космонавтикой, но тем не менее остаемся в лидерах. И никуда это не девается. Это говорит о том, что у нас, ну, сильнейшие инженеры. И, собственно говоря, это и признают все у того же там. Вы хотели на Кубу? Да. Отлично. Куба, Врадера, с 1 по 10 января. Все верно? Мы же не бронировали еще. Так, Барселла, Солимар, 3 звезды. Знаете, все номера раскупили. Но я могу предложить вам другой вариант. 4-звездочный Белла Виста. Это будет чуть дороже. Выйдет 82 900. А других вариантов нет? К сожалению, нет. На эти праздники мы ничего дешевле не сможем подобрать.
Может быть, не Куба, может быть, Таиланд. Когда я могу принести деньги? Я могу подержать бронь до завтра. Девушка, вы собираетесь выкладывать продукты?
Мы с бабушкой весь вечер смотрели на прилетающие самолеты. У нее почему-то все болело сегодня, но я уговорила ее пойти. А потом я испугалась. Вдруг бабушка сильно заболеет и будет ходить медленно с палочкой, как тетя Нина. Ты не думай, я ей буду обязательно помогать. Мам, а знаешь, я придумала такую игру. Я кладу ладони в воду и считаю волны. Каждая волна – это день. Сегодня я досчитала до 124. Через 124 дня начнется январь. И мы с бабушкой к тебе приедем. Да? Thank you.
Ha, 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 ha.